Итак, всем привет, с вами Влад Ченел и Farming Simulator 19. Так, мы пашем поле, которое мы... Я уже попробовал засеял его, и теперь пошел заново для нового урожая. Так. Пойду к силку запущу. Так. Силки у меня в гараже. Так, аккуратненько. Так. Так, СЗТ-шку посеем. Комбайн слишком близко стоит. Так, поехали. Такс. Поворачиваем. Я сейчас газон заведу и съезжу за этим семенами. Так. Слишком высоко, блин. Так вот мой покупной бункер. Что больше размещать негде, поэтому я здесь решил. Так, сюда. Хотя у меня есть перегрузчик специальный в модах. Надо его взять. Там ЗИЛ у меня или что? 30 тысяч стоит. А вон берем. Силки наполнять классно. Так, покупаем. Так, газон сейчас отгоним обратно. Чтобы ресурс газон не вырабатывать, будем экономить его. Да потом деньги есть. Открывай ворота. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не перевернулся. Поставлю. Сейчас на зила переместимся. Там кизелок такой. Ржавый весь, конечно. Давай-ка еще купим. Что, удобрений? Поддонов нет у меня. Давай мы вот купим вот такой. Так, подробности. Купим поддонов. Сейчас загрузим все в машину.
Так. Акс. Ну пока хватит, я думаю. Уже. Мне он пригодится, так что это газозелок. Так что как-то так. Здесь высоко слишком сидит. Поворачиваем. Блин, вот сразу на поле ехать, а я... Трактор наш решил сбежать. С обрыва упал, что ли?
Сейчас по-хорошему бы удобрить. Сейчас он пройдется, развернется, я его добрялку запущу. Уроженцы лучше было. Так, Зилкус пока здесь стоит. Я буду следить, чтобы они не филонили. Я сейчас опять собрал, улетит куда-нибудь. Видно, разворот пошел. Бросил работать. Рот. Стоп. Дай-ка я здесь траву посею. Сильная речка. Пшеница, ячмень, овес.
мула, бобы. Что это? Застрял, блин. Еще проходимости никакой у него нет. Техника могла здесь разворачиваться. Вообще. Никакущая проходимость. Thank you.
Какой мы нехалтурщики. Куда он поехал, а? Интересно, за что работнику платить, если убегает нафиг?